Я, короче, сейчас пока никого нет, солярки себе солю чуть-чуть. Там помпу, насос поставил, сейчас выкачу, пока шеф не видит. Надо соснуть себе солярочки. Интересно. Установка ГЛОНАССа, ребят. Что пропускать сейчас делает на МКАД в Москву? Нужен ГЛОНАСС. Вот приехали устанавливать ГЛОНАСС. И? Кто там? Уф, какая, уф, молодец. Все, под кабинкой провода уже протянули. Ну, как удобненько. Лис. Все. Короче, проводят. Я вот пошел туда. Все, ребяточки, мы будем теперь под присмотром. Теперь за нами будет полная отслежка. Ну, как бы на ДАФ тоже ставили. Вообще на все наши машины поставили. Потому что без них, без ГЛОНАССа, как бы вроде пропуска не делают. Сейчас ГЛОНАСС поставит, попрем работать. Пойду в душ схожу, искупаюсь. Тут пылище, ходишь, все ноги уже черные. В душ схожу, искупаюсь и на работу. Вот этот датчик сюда буду устанавливать. Провода уже протянули. Сначала солярку все высосали. А теперь назад ее заливают. Почти все собрали уже. Жарко. 34 градуса жары. Духота ужасная. Валим! Валим, валим, валим!
Забрефти. Надо не замерзачку купить, я понял. Так, кондиционерчика. Жарко, ребята, очень жарко. Закрываем форточки. И все, и поедем сейчас работать. Сейчас пойду проверю, ничего там не мешает. Короче, заправил мочевины, три канистры залил, две в запас взял, три штуки, короче, влезло в бачок. Все, ласточка готова, поехали трудиться. Для бак, конечно, спачкали, все пылище сядет, помыть бы. Две в запас кинул, полный бак налил, погнали. Для заехать надо куда-то помыть. Пылище на бак сядет. Ну что, остыло, наверное, уже чуть. Ну, я вам скажу, лучше, чем было. Уже так прям довольно-таки хорошечно. 31 градус. Фух. Поехали. Бля, парни, жарко, да, верю. Позакрывались, зашторивались. Анаконда. Кракен. Водителя ждет. Тоже поедет сейчас работать. 30 градусов. Кто молодец? Аказия молодец. В окушке чувак молодец, под деревом встал в тенечке. А зачем туда протягивать, когда можно в теньке поставить? Правильно, правильно, красавчик. Держим путь, ребята, мы с вами на карьер. Ну, Ясногорске тут, короче, ожидая дорога, переезд закрыт. Поезд. Ребята, вы знали, откуда газелисты выходят? Где обучаются газелисты? Вот. Обучаем на газели. Обучаем на АМ газели. На газели специально учат. Поэтому газелисты проходят училище Ясногорское. Парни-газелисты, красавчики. У вас, наверное, высшее образование, да, газелистов? Кто по третьему, ой, по второму ряду по МКАДе хуярит 40 км в час. Хорошо иметь домик в деревне, а? Свои огурчики, помидорчики. Опа, 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 что за суета? Что-то машин много, патрульки, патрульки, патрульки. Скоро сбил кого-то. Бля, сбил человека, походу, на матезе. А как так-то? Лобовое вдребезги и прям чисто вот левая сторона, короче, на матизе. Лобовое вмято вовнутрь капот, фара. А чё, бля, перебегал дорогу, что ли, здесь? Бля, я хотел что-то про деревню сказать, я же забыл. Короче, заебись дом в деревне. Ну, вам, ребят, какая сцепка больше нравилась? ДАФ и Велтон. Либо Volvo и Greenwald. Блин, как по мне, вот эта сцепка вообще бомбически смотрится. Просто секс. Что, поехали? Уважаемая моя аудитория, я, конечно, понимаю, что много водителей смотрят меня, но не все же водители смотрят. Если я что-то объясняю, рассказываю, это значит, я объясняю тем, кто ни разу не ездил на Volvo
ну, либо на ДАФе, да. Я же снимаю ролики от себя, от своего как бы лица, да, и делюсь своими эмоциями, рассказываю, что, как, чему. Вот. Просто там бывает пишут, что типа так, кому-то там рассказываешь, мы и так знаем. Да я никому ничего не рассказываю, именно тем, кто знает. Я просто делюсь своими эмоциями, впечатлениями, поэтому, пожалуйста, как бы реагируйте на это нормально. Не все водители, не все супер-пупер профессионалы. Вот, я вообще, честно, ну, сам половина не знаю, вот нет-нет, мне кто-нибудь что-нибудь подскажет, какую-нибудь фишечку, я баху, да ладно, нифига себе, ну, я не знаю, потому что тачка новая, сам ей шучишься чему-то, там где-то что-то подскажут, там, ну, как бы, есть такие моменты. Я просто вместе с вами учусь сам, и пока ездить, ну, много интересных таких нюансов, фишки всякие разные есть. Я единственное, мне там все пишут, ты нашел подбутыльник? Нет, не нашел. Я, мне там кто только не писал, там, короче, на ДАФе бутылка ставила здесь, тут такой кармашечек, можно было, у меня постоянно вот бутылка валяется, я не знаю, куда ее вставить, потому что бутылку здесь некуда ставить, вот. Говорит, Толян, ты что там, говорит, типа снизу где-то здесь должно что-то выдвигаться, тут ничего не выдвигается. Говорит, снизу там, где фонарь, там где-то что-то там, короче, я там все вчера облазил. Вот, ребят, я вам честно скажу, нет никакого здесь подбутыльника, есть вот только подстаканники. Вот поэтому бутылку ставить некуда. Либо я что-то не нашел. Жара, ребяточки, ужас. 36 показывает. Жарко, жарко, очень жарко. Я представляю, как машинке жарко. Правильно, братишка, закрывай все форточки. Сейчас будет жуть. Там и так духота на улице. Смотрите, ребята, что там творится. Я в подъем иду. Мама дорогая. Отец родной. Мать моя женщина, отец мужчина! Ебутся в шины на голове. А едешь-то, ребят, потихонечку. В подъемчик поднимаешься просто. Представляете, какая жара, как высушила вся. Да, жара-то неплохая. Так, к машине здесь не подойдешь, тут такой жар стоит от выхлопной трубы. А-а-а! Шарик, хватит греть. Аж вентиляторы заработали. Я выехал с карьера, сейчас пройдусь, колесики гляну, чтобы все было по фэншую, поедем. Опачки, наш. Дядька Вова, наверное, поехал. Да, пылище сосет этот пылесос. Нас ожидает затяжной подъем. Выбираем режим в горочку. Можно, короче, пощелкать. Загорается такая машинка в подъем. И машина будет держать обороты. Если ехать в экономе, то она где-то до 1100 оборота доходит, она сбрасывает, видите? А это переключает до 1400, ну где-то 1500 доходит, она сбрасывает и переключает, чтобы тачке в подъем легче было выходить. Ребят, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Почему здесь пару дней, вот, наверное, дня 2-3 назад постелили новый асфальт, и он шикарный. А почему вот здесь постелили, ну, где-то неделю полторы назад? Целое, все хорошо, да? Видно, идеальный асфальт.
качественно. Постелили его день-два. Смотрите, продавили яма в обоях. Здесь смотрите. Смотрите на асфальт, видите, сел кочки, яма. Вот просто скажите, как так-то постелили новый асфальт, еще не успели вторую полосу застелить, а этому уже просто хана. Ему просто трындец. Ну, из-за того, что черные полосы, особо не видно колею. За день просто асфальт рухнул. А это о чем говорит? Это не говорит о том, что тут машины тяжелые ездят или еще что-то. Это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что качество, нету качества асфальта. Ругаются там потом на всякие машины, что там давит его. Выходной, что ли? Все. Смолы налили, с песком там намешали и застелили. Нету качества асфальта. И вот это, то, что они постелили, его продавили, им сейчас вот этот новый асфальт надо срезать и заново стелить. Замешали неправильно асфальт просто. Поворот не включаю направо, видите, у меня тут камера сразу забирается. Кайфец, да? Вот сейчас буду поворачивать. Вон даже Андрюху видно впереди. Мой прицеп, видать, видите, все прекрасно вижу, куда он едет, как он едет. Шикарно. Ну и потом она тухнет через 3 секунды поворотник. Урок вождения, ребят, задом. Жалко, не хватает задней, еще камеру бы поставить. Даже повышенная есть задняя. Сейчас вот на повышенную еду задняя. R2. Это, на пониженную, думаю, долго буду ехать. 15 километр, наверное, задом ехать. Не, ну набрал, не с километров, но метров 500. Здесь есть такой, видишь, R1, это пониженная, раз, R2, побыстрее поперла. Клем снимай? Да, держи. Можешь маме, папе привет передать. Всем подписчикам. Всем подписчикам привет? Привет, да. Всем подписчикам говорит привет. Так, все, поднимаем. Новый полетит, да? Да. Целка, братан. Целка, братан. Кривовато чуть-чуть, большом. Как на улице. На улице 30-ка у нас, ребят. Лето в самом разгаре. Лето пришло. А, тут так не прокатит. На дахе подошел, ногой толкнул. Опа. Перчаточки. На речку куда-нибудь с большим удовольствием бы сейчас искупался в каком-нибудь бы озере.
Ай, как он мягко работает, а? Гер. Ага. А, ты все снимаешь? 100 рублей в этой машине. Съемка? Конечно. Для тебя пятихатка. В моей машине, блядь, бесплатно. Твоей машине, ну вот, иди тогда в обуви. У тебя в обуви сидят здесь, нет? Конечно, блядь, нет. Или что, разуваться надо? Да залезай, блядь, ты, свин, залезай. А, у тебя что, кондиционер даже есть? У меня такой ветродуй. Что, на даче даже кондиционер есть? Ой, два дня ездить на том сарае, который спереди стоит. Все, е-мое. Вот на том сарае, который спереди, вон. Сделано в России. Вот, именно, в России. Все хорошо. У тебя ложечка есть? А, красота. Кондиционерчик дует. На всю, да, лупит? Нет. А. Сейчас мы кофейку попьем. Бля, пожрать. У тебя что, есть дошираки? Доширак есть. А, ты только на дошираках живешь? Конечно. Там еще это есть. Как это? Называется. Скажи, вам в банке железо. Тушенка? Вот это? Свинина. Блин, не хватает. А вот это моя, кстати, да, тушенка? Какая? Вот это. Твоя уже не это. Твоя. По-моему, подписчик дарил, нет? Нет. Я банки тут. Съел уже все, блин. Тут, который стоял, помнишь, ходил? Бля, вкусно, бля. Это Юрик водит с собой, тихонько. А у тебя там что, уже лежит, а? Жарко, ребята, короче. Сколько там дают? 30. У меня 34 показывало. Когда сейчас, ехать, сейчас, а сейчас нет. 30, неправильно показывать, говорю. Сейчас кофе попьем, короче, поедем работать. Дальше. Флешку дашь мне погонять? Нет, пошел. Могу тебя убрать, не лазит. Вот, на, забери. Вот, кстати, вот эти мои щипчики. Да, забирай, кстати, хотел. И вот, на. А, ты их уже в носу, что ли, волосы дергал? Я им вообще не трогал их. Ага. Вот, на, то, что я. Это что? Кончилось. А хуй ты мне пустую отдаешь? Это, на, возьми, уже так. Это когда новую Вольву получил. Крути мешанин на кокрену, оторвал. Сергей Павлович, ну мы закончили как бы, что нам какие дальше действия вообще? Все толпой? Скажи умную фразу. А еще просьба вернуть? Не работаем на тоннаде. Вот, ребята, как нужно мусор собирать. Полный пакет набрал. Сейчас до мусорки где-нибудь доедем, вышвырнем. Сходил кофе попил у Юрика. Отжал полироль для пластика. Мой. О, кусочки забрал. Черновозы едем, Олег.